К другим темам. Возмещение по договорам ОСАГО, заключенным после 28 апреля, будет осуществляться в виде ремонта автомобиля. Автовладельцы смогут отремонтировать свою машину в случае ДТП в одной из станций техобслуживания, предоставленных страховщиком. При этом пункт должен находиться в пределах 50 километров от места происшествия или места жительства потерпевшего. Срок ремонта автомобиля не должен превышать 30 рабочих дней. А за каждый день просрочки со страховой компанией будет взиматься штраф в размере 0,5% от суммы возмещения. Гарантийный срок на ремонт составляет 6 месяцев, на кузовные и лакокрасочные работы 12 месяцев. Если страховщик не в состоянии обеспечить эти условия, то выплата производится деньгами, пояснил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.